чайки там кричат на воде. Учебное парусное судно Надежды, наверное, стоит. Люди тут снимают видео, фотографируются, приезжие, наверное, какие-то. Тишина, спокойствие. Сегодня ясная погода. На небе не облачко. Только вот луна видна в небе. На сопке Орлиное гнездо продолжается строительство музейно-театрального комплекса. Видны купола Спасо-Преображенского собора. Морской вокзал города Владивостока. В отражении виден Золотой мост. Какое-то там судно идет. Вот. Бухта Золотой Рог не часто покрывается льдом, поэтому суда разные ходят все-таки. Краны стоят, которые разгружают автомобили, ну и, видимо, что-то другое. Сегодня тишина. Работы никакие не производятся. Там по железной дороге товарняк идет в сторону Игершельда. Люди любуются видами, Золотым мостом и бухтой Золотой Рог. Здесь солнечные часы. Там привезенные машины стоят, стоянка многоуровневая. Железнодорожный вокзал города Владивостока. Thank you.
Вот это вот здание Аэроэкспресса. Паровоз стоит. И там стела еще установлена. Конечная точка Транссибирской магистрали. Стоит электричка. Там впереди центральная площадь города находится.
вокзал. Женский собор. На центральной площади города идет подготовка к Новому году. Что-то вот строят там. Елка установлена, украшена шариками,
Ну, еще, видимо, вокруг будут какие-то новогодние баннеры. Вот здесь домики стоят. Ну, в них будут продавать всякое разное. Там каток. Теплый шатер будет по центру. Ну и как в прошлом году, то же самое, наверное. Может, какие-нибудь элементы прибавятся новые. Сцены что-то не видно. Рабочих еще есть время, чтобы все сделать, подготовить. Что там? Каток. Ну, еще, видимо, будут заливать. Туристы из Китая кормят голубей. Не знаю, что это за традиция у них, почему они так любят голубей. На Спасо-Преображенском соборе звонит колокол. Здесь пиломатериал для катка. Там он, мужичок, работает. Там мужички занимаются шатром. Уже там домики также стоят, в которых что-то будет продавать. Ну, чай, наверное, всякое разное. Там впереди горки будут. В общем, подготовка идет к Новому году. Мужикам огромное спасибо за работу. Здесь какие-то ледяные глыбы для горок. Три горки будут. Одна большая и две маленькие. Еще украшаться все будет. Фонарики, баннеры новогодние. А вон там и каток заливает мужичок. Вон там. Заливается каток. На Спасо-Преображенском соборе колокола зазвонили. Солнышко там. Время без 7:05 вечера.
Ну вот на данный момент площадь выглядит так. Работа кипит. Мужики работают, пока светит солнце. Спасибо им большое за работу. Такая площадь во Владивостоке.